Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Казакова Любовь. Я врач-дерматокосметолог, сертифицированный тренер компании «Медицинские спа-технологии». И я рада сообщить вам, что сегодня впервые в Москве мы провели первый тренинг по акустической волновой терапии на базе Медицинского университета инноваций и развития. На данном тренинге мы разобрали как теоретические основы применения акустической волны в эстетической медицине, так и практические навыки, которые мы отработали по лицу и телу на наших моделях. Ну, ушла в прошлое только сантиметровая лента, да, и весы. Этого недостаточно в 21 веке. Уже отработав энное количество пациентов, отмечают, насколько действительно это эффективная методика. Это первое, еще и по лицу. И здесь очень важно рассчитать стоимость курсового пакета для вашего пациента, потому что есть пациенты, у кого, например, 4 рабочие зоны, 4 карточки, а есть те, кому их надо 6-8. И здесь совершенно разная стоимость курсового пакета. А данное направление акустической волновой терапии является еще абсолютно новым, но при этом перспективным для работы в эстетической медицине. Данная методика очень понравилась, где есть ряд сочетаний, как лифтингово-дренажной техники, стимуляция коллагена, эластина. На мне провели процедуру данную, и я до сих пор чувствую тонус мышцы. Еще раз делаю акцент. Мы работаем с радиальной волной. По факту это массажная волна. Это не та волна фокусированная, например, которая используется в клинической медицине. Я приглашаю всех заинтересованных специалистов для обучения освоения новой технологии, новой методики на эстетическом медицинском рынке технологии акустической волновой терапии для прохождения тренинга в Медицинском университете инноваций и развития. Буду рада встрече с вами. До свидания.